Автолюбители дождались. Дорога от рабочего поселка Тонкина с выходом на трассу Нижний Новгород, Шахунья-Киров готова. Солидный участок пути, соединяющий северные районы и соседний регион, давно нуждался в качественном ремонте. Тем более, что движение здесь достаточно интенсивное. 100 раз стало лучше. Дорога была хлам здесь, яма на яме. Сейчас дорога отличная. Приемку участка провела специальная комиссия. Весь период работ контролировался Главным управлением автомобильных дорог региона. Нареканий на выполнение контракта нет. Протяженность данного участка составляет 7 километров 222 метра. Ширина покрытия 7 метров. Работы выполнены в полном объеме. Претензий нет. Лабораторные испытания были проведены. Да и качество самого дорожного покрытия сейчас заметно выше. Подрядчик уверяет, дорога простоит куда больше гарантийного срока. По новому ГОСТу была выполнена дорога. Смеси новые. Применяются они с этого года. Вот. То есть довольно-таки прочностные качества у них увеличились. Вот. То есть дорога будет служить дольше. По национальному проекту безопасной и качественной дороги в этом году Нижегородская область сможет заметно обновить дорожный фонд. Планируется отремонтировать более 700 километров по разным районам. Сергей Чеплягин, Василий Лысков. Время новостей.